Девочки, всем огромнейший привет. У нас, конечно, чрезвычайно жаркое лето, вот это 24-й год, все жалуются. Вот такой ветер, ничего не поделаешь. Зато хорошо видно. Смотрите, вот такие перчаточки. Девчонки, связанные крючком из хороших ниток, честно говоря, нашла в своих закромах. Все остальные перчатки у меня давно в мастерской. А это, смотрите, какая прелесть. Вот с такой розовой горошиной, девчонки, хорошо сделаны, из хорошего пуха, вот гляньте. Стоят такие штучки 1500. Будете носить, распушаться. Я вам сейчас покажу такой исключительно эксклюзив. Девочки, для тех, кто понимает, исключительно. В общем, смотрите, это двунитки. Толсто спрятанные двунитки. Вот такие три косынки сейчас будут. Одна белая. Тяжеленькая, честно, не взвешивала. Кто захочет купить, потом напишите мне, я напишу вес. Ну, может, или в закрепленном комментарии вес напишу косынок. Это, то есть, безосновные косынки. Вот это вообще не распушная, то есть со спиц снята, девчонки, она у вас будет пушистая-пушистая. Она так очень круто напрядена и вот как бы, знаете, грубовато. Вот из-за того, что круто, грубовато, но она, когда запушится, будет мягкой. В общем, стоимость этих вещей 20 000. 20. Кто не понимает, для чего я говорю, что вот эта косынка стоит 20, хотя такая же белая может стоить 7. Но я не знаю, как вам еще объяснить, что эта косынка без основы. Это, в общем, для тех девочек, которые понимают, что такое двунитка, чистый пух. Вот, я сама делаю такие. Мой платок стоит от 40 до 50 тысяч. Как раз сегодня повезу первый клубочек для этого платка. Придем для Дмитрия, для его мамочки. Вот с Надеждой Ивановной свяжем ей исключительный платок. Мама будет просто счастлива. Девочки, это эксклюзивные вещи. Смотрите. Вот две серые косыночки. Та белая была. Вот это не так круто напрядено, и оно чуть распушилось. Девчонки, пух пушится сам. Ни в какую пушилку я его не закладывала. И вязала тоже не я. Знакомая у меня есть. Вот она тоже любит нитку, но она придет потолще. Я уже говорила, что у нее такая особая манера придения и вязания. В общем, вот, вот эти косынки полегче, эти по 15. Белая 20, вот это 15. Девчонки, запушиться это вечно. Вот когда говорят, на всю жизнь, ничего подобного. То, что напрядено на нитку, всю жизнь у вас не протаскается. Если у вас вообще стоит цель купить вещь на всю жизнь. А вот это да. Ну, то есть это вещь совершенно другого качества. Вот, поэтому вот и цена такая. Вот еще одна. Девочки, они одинаковые. Вот две серые по 15, белые 20. Здесь такой рисунчик вывязан. Вот такая, она ведь не маленькая. У меня рост 1,70 м, размер 62. Если вы меньше меня, то она на вас вообще огромной будет смотреться. Вот, смотрите. тысяч. Пожалуйста. Так, девчонки, вот дальше. Родственники платки дали. Вот такой платок. Гляньте. Размер 130. Ну, вы знаете, они у меня постоянно бывают. Они вяжут всегда одинаково. Как вы знаете, у них хороший мягкий пух. Щипанный. Без затей. Особо с рисунками не вымудряются. Но потому что его все равно рисунок будет не видно. Вот такой платочек стоит 11 тысяч. Мягкий-мягкий. Вот такой теплый платок. Вот такой платочек. Они их дали целую сумку, но я вам показываю для примера. Вот, смотрите, платочек. Вот, немножко другой, он поменьше. Вот тот 11, этот 8, девчонки. Ух, хороший, блестящий вот на этом платке. Прям вообще, там просто серый такой. Вот он как бы хороший тоже. Мягкий-мягкий, тонкий. А этот вот еще и с блеском. Вот видите, вот такие платочки есть от родственников. Пожалуйста, берите, заказывайте. Через интернет-магазин можете, но я пока их еще туда не успела выложить. Когда выложу, когда полностью будет работать. Мой интернет-магазин называется Пушок. Ссылка на него в комментарии в закрепленном под видео. Сходите, посмотрите, почитайте. Вот, и еще чистого пуха. Вот я показывала в предыдущем обзоре вот такой свитер. Зайдите на мой канал, листните чуть назад видео, и вы увидите, что сегодня вышел еще один обзорчик. Вот, девчонки, чистый белый пух. Смотрите.
В общем-то, я цену там сказала 12 тысяч на него, на этот свитер. Вот видите? Из чистого белого пуха. Вот такая вязка. Вот он начал пушиться, он, как вам сказать, порыхлее связан. Вот видите? Такая вот интересная вещь. Белый свитер. И вот такой кардиганчик. Девочки, кардиганчик. Кардиганчик большого размера. В общем-то, пока такие вещи на пробу по 20. Я посмотрю. Цена, он стоит гораздо дороже, девочки. Да ну вы что, он такой тяжелый, посмотрите. С пайетками. Вот такой превосходный. За 20 тысяч. Ну, ручная работа. Вот вы бы стали прясть нитку, вручную чесать ее. Вручную прясть. Потом вот такую вещь огромную вязать. И, в общем-то, потом продать ее за 20 тысяч. Я бы не стала. Я считаю, что эта вещь стоит дороже. Но так как она первая пробная, то вот, пожалуйста. Смотрите, здесь такой красивый рисунок. Я у нее схему попрошу. Мне прям понравилось. Девчат, гляньте, ничего тут не видела нигде. Вот видали, смотрите, какой на спицах. Видели, как связано? Здесь, в принципе, ничего особенного. Вот видите, тут, наверное, сколько-то вместе. Раз, два, девять, наверное, или семь вместе. Вот здесь вместе, а тут вот они вот как бы это... накиды идут. В общем, красивый очень рисунок, а это вот сетка. Видите? А вот тут капюшон, это сеткой связано. Ну, в общем, мне нравится модель. Короче, 20 тысяч для нее очень дешево. Я считаю, что... И она тяжелая такая, увесистая. Переходите по ссылке в интернет-магазин. Смотрите, что там есть. Я его буду постоянно наполнять. Ну и плюс, пожалуйста, заказывайте такие вещички по телефону 8-960-87-094-67 или через интернет-магазин. Там все будет у вас, вы будете отслеживать заказ. Ну, то есть, понимаете, это, ну, это интернет-магазин. Всем пока, всех люблю, целую, обнимаю. Девочки, сейчас отвезу клубок Надежде Ивановне и буду дальше прясть. Двунитка у нас получится, такая просто шикарная. Девочки и мальчики, всем огромные приветы. Вот, по вашим просьбам, наши коровы. Потому что периодически пишут, ой, такой был канал, такой канал. Напоминаю, у меня 300 с чем-то тысяч подписчиков. Но они же все не на пух подписались. Канал у меня давно. Я показываю хозяйство, как сыр делать, как молоко и все такое. Ну, в общем, люди спрашивают. Серую корову забыли. Серая еще должна быть. Она вон за телегу ушла. Была. Вон она у забора, Коль. Вон у забора за пчеловодческой железной телегой. Вон стоит, ее не видно на фоне шифера. Вот. И пишут, что не показываешь хозяйство. Ну, раньше за то, что ты снимал видео, тебе платили. YouTube платил. А сейчас не платят. Столько времени на это тратить. Просто в то время, когда ты должен работать. Ну, понятно, да? Это я вам говорю, как есть, без всяких сантиментов. Потому что многие говорили, ой-ой-ой, мы снимаем ради интереса, все для наших любимых зрителей, ну и что? Монетизация пропала, и все, никаких съемок, никаких. Я все время правду говорю. В общем так, это вот наши коровы. Вон бык орет, видите, самый темный. Вот это самая последняя телочка родилась. В стадо идут, муж гонит их в стадо. Сено у нас в этом году дорогое. Мы даже, честно говоря, еще и не... Я даже не интересовалась, почем это стоит. Косить в этом году мы сами не будем. Во-первых, негде косить. Покосы все посохли. После зимы трава была плохая. Потом еще вот эти морозы поударили. Ну, в общем, травы нету. Вот. И почем все это будет? Это, конечно, сложно сказать. Вон там стадо пасется.